Всем привет! Сегодня я сделаю шкатулку-арбузик из пластиковой бутылки и фетра. Она может понадобиться для хранения разных мелочей и украшений. Мне понадобится чистая пластиковая бутылка. Вырезаю серединку. Теперь пластиковый цилиндр нужно согнуть так, чтобы получилось три угла. Дальше одну сторону цилиндра приклеиваем к листу фетра. Лишнее отрезаем. В эту же нижнюю часть цилиндра я приклею полоску из фетра. Дно шкатулки готово. Теперь я сделаю крышку. Для этого нужно вырезать детали с фетра по форме шкатулки. Еще из фетра я вырежу детали, которые сделают крышку шкатулки похожей на дольку арбуза. Еще одну полоску из фетра нужно аккуратно приклеить к верхушке крышки. А теперь и другие детали. Арбузные семечки я сделаю из черных страз. Вот такая шкатулка получилась у меня. Если понравилась идея, ставь лайк, подписывайся на канал и делись этим видео с друзьями. До встречи!